Многодетные семьи по очереди поднимались к трибуне, вытягивали конверт и громко объявляли номера участков, которые им достались в жеребьевке, а после писали заявление на получение долгожданных соток. Конечно, я довольна. Конечно, я довольна, потому что огород – это очень хорошо. Это участок, на котором будут наши дети бегать, я надеюсь. Дом построим. И так как это в черте города, наверное, возможно, я не знаю просто, какие там коммуникации, может быть, мы там будем жить. Всегда мечтали о своем доме, потому что детей много. В этот раз сотрудники администрации разыгрывали 13 участков, 2 из которых находятся в пределах города в Красной Звезде, остальные в Дивеевском районе в Моторе. На жеребьевку пришли не все семьи-претенденты. Мы приглашали семьи 13 человек, равное количество земельным участкам. На сегодняшнее мероприятие на жеребьевку явились 11 человек, 11 семей. 2 семьи не явились. Соответственно, по результатам жеребьевки у нас осталось 2 земельных участка, нераспределенных из этого перечня, которые будут, значит, распределены в последующие жеребьевки, и уже к следующей жеребьевке мы будем приглашать 2 семьи. Если семьи второй раз не придут на жеребьевку, то сотрудники администрации по закону вправе снять их с учета, и земля, которая им предназначалась, перейдет следующим. А те, кто стал счастливым обладателем участков в Моторе и Красной Звезде, уже через несколько дней получат выписку о зарегистрированных правах на собственность. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров 24».